Овен. Наступающие времена порадуют овнов завидной стабильностью. Чтобы заработать очередную копейку, чрезмерных усилий не потребуется. Даже если возникнет резкая необходимость в деньгах, представителям знака не составит труда найти решение, как их быстро заработать. Вместе с тем, звезды напоминают: под лежачий камень вода не течет. Телец. Чтобы добиться денежного равновесия, тельцам в 2018 году следует научиться ставить конкретные цели. Умение вырабатывать должную мотивацию для достижения желаемого позволит получить положительный результат без ущерба материальному положению. Торопить события, желая получить все и сразу, здесь неуместно. Обретение навыка разумных трат, позволяющего выйти на путь достатка, требует времени. Близнецы. Звезды советуют близнецам сохранять ясность ума. Это ключевое условие, которое позволит в грядущий период не перебиваться с копейки на копейку. Перспективы получения легких денег должны, как минимум, настораживать и хорошенько обдумываться. Но лучше сразу отказаться от сомнительных предложений. В моменты возникновения дыр в бюджете рекомендуется осваивать ценное качество экономность, затянуть поясок и поумерить желание. Раки. На фоне профессиональных успехов у раков уже с начала 2018 года заметно вырастут доходы, что способно привести к желанию необдуманно сорить деньгами. Астрологи предупреждают: рвение на радостях зажить на широкую ногу чревато не лучшими последствиями. Предстоящее время отлично подходит для грамотных вложений. Рациональное отношение к денежным средствам принесет ощутимую прибыль. Львы. Грядущий период сулит львам денежную удачу. Повышение зарплаты, солидная премия, выигрыш в лотерею, возвращенный давний долг. Источником дохода может стать самая неожиданная ситуация. Но важно помнить, что ничего не происходит просто так. В ближайшие месяцы появится внезапная статья расходов, требующая серьезных денег. Поэтому не стоит торопиться транжирить свалившееся счастье на мимолетные прихоти. Девы. Девам в 2018 году придется уделить внимание тщательному планированию бюджета, дабы не оказаться у разбитого корыта. На получение крупной прибыли рассчитывать не приходится, но возможности дополнительного заработка периодически появляться будут. Сохранить относительную денежную стабильность поможет пересмотр привычных затрат, расставив приоритеты. На что-то сократить вливание, а с чем-то повременить. Весы. Наступающий период в плане денег обернется для весов полосатой зеброй. Звезды пророчат чередование приятных сюрпризов в виде премий, прибыльных подработок, материальной помощи с этапами, когда придется влезать в долги. Основная причина тому – неумение либо нежелание представителей знака жить по средствам. Чтобы смягчить денежную турбулентность, рекомендуется научиться делать сбережения и по возможности реже обращаться за сторонней помощью. Скорпионы. Доходы скорпионов в 2018 году не претерпят особых изменений. Однако достаток рискует оказаться в условиях крайней нестабильности. Астрологи категорически не советуют планировать на первое полугодие мероприятия, требующие значительных затрат, чтобы потом не остаться совершенно пустыми карманами. Успешно преодолеть времена безденежья поможет терпение и укрощение привычки спонтанных расходов. Стрельцы. До наступления лета стрельцы могут позволить себе многое, разумеется, в меру своих возможностей. Особых проблем с деньгами в этот период у них точно не предвидится. Тем, кто желает скопить ощутимую сумму, представляется отличный шанс сделать выгодное вложение. Грамотное распоряжение доходами позволит достойно провести и вторую половину года, не прибегая к режиму экономии. Козероги. Представителям знака из числа трудоголиков без проблем удастся поддерживать денежный достаток на удовлетворительном уровне. Резкого скачка в прибыли не ожидается, но постепенное увеличение доходов, соразмерная отдача гарантирована. Не просто придется козерогам, которые не научились держать в узде слабость к спонтанным тратам. Желание обрести в 2018 году стабильность и не нуждаться в деньгах обернется сизифовым трудом. Водолеи. Водолеям грядущий период открывает возможности хороших заработков. В условиях значительного улучшения денежного состояния возрастает риск искушения пустых неоправданных расходов, о которых после придется сожалеть. Звезды советуют хорошенько обдумывать поступки, влекущие крупные затраты. Время идеально для накоплений, а когда опьянение успехом сменится трезвым рассудком, деньгам найдется разумное применение. Рыбы. Довольно удачным в денежных вопросах 2018 год станет для рыб. Согласно прогнозам астрологов, доходным обещает обернуться каждое новое начинание. Любой проект сулит оказаться прибыльным.
можно смело вкладываться в интересные дела, не боясь остаться без дивидендов. Но не стоит забывать, что деньги любят счет и расчетливость, поэтому бездумное обладание ими даже на бытовом уровне чревато кардинальными изменениями ситуации.